Mesdames et messieurs, bonjour. Видео о моде имело большой успех, поэтому я решила вас пригласить еще в одно модное местечко. Но это не в Париже, это в 40 километрах от Парижа, и называется это Вале-Виляже. Ну, давайте прогуляемся по этой модной деревне. Слово «Виляже» в переводе означает «деревня». Аутлет для Вале-Виляже – торговый центр под открытым небом, который предлагает значительные скидки на брендовые вещи. Деревня бутиков расположилась в пригороде Парижа, и здесь можно приобрести одежду, обувь, аксессуары, а также предметы быта и декора. Это место притяжения для модников и для тех, кто хочет купить вещи модных домов, но при этом тратить разумные деньги, не переплачивая в бутиках Парижа. Ну и цена весьма интересная. Вместо 455 евро 214 евро стоит всего лишь. 50% скидка. Магазинчики небольшие, каждому отведен отдельный домик в деревне. Ориентироваться здесь очень просто, и если вы хотите обойтись без очередей, приезжайте утром. Магазины открыты каждый день, без выходных, с 10 утра до 8 вечера. Магазины аутлет-центра предоставляют клиентам скидки. Это минимум 33% от начальной стоимости вещи в бутике. И очень выгодно приезжать сюда за покупками во время сезонных распродаж, то есть в январе и в конце июня, начале июля, потому что на некоторые товары скидка бывает до 60%. Ля Вале-Виляж находится от Парижа в 40 километрах и очень близко к Диснейленду. Сюда можно приехать общественным транспортом. Приехать вы можете на электричке, по-французски это звучит RER, и вам нужна линия А. Выходите на станции Валь-де-Роппе, это предпоследняя станция, конечная Диснейленда.
Отличный чайный салон «La Durée». Здесь можно выпить чашку чая, съесть какую-то сладость. Когда на витрине такие мелкие-мелкие буквы, значит, это очень-очень дорого. Ну вот, например, сумка 695 здесь продаю за 465 евро. Рядом с Вале-Виляж находится огромный торговый центр, который называется Валь-д'Европе. Здесь насчитывается 190 магазинов разнообразных. Так что здесь можно провести весь день. Достаточно приятный торговый центр. Кстати, построен был в 2000-е годы и построен в стиле парижской архитектуры конца 19-го, начала 20 века.
Приятной вам дальнейшей прогулки. Ну, я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале «О Франции не только». Пока! Samsung S21 FE 649 евро стоит.